что, у нас уже наступил вечер. Авелина одевает шапочку волшебника, да? И будет открывать адвент. Что, доченька, откроешь? Третье, да, у нас окошечко? Но третье только. Его кто-то продавил туда, да, вовнутрь, дочь? Походу, не знаю. Опять Авелина. Ты моя девочка. Давай, открывай. Вот так, мама. Ну-ка, что там у нас? Что там? О! О, это вкусняшка! Была бы. Дочь, это как, а? Это как, дочь, это не... Мама проболталась, короче. О, какая, еще одна, да? Да. Еще одна какая, да? Да уж. Ну ладно. Родители, блин. Да. Хотела поближе показать вам адвент-календарь. В общем, это адвент M&M's, как вы уже, наверное, поняли. И здесь 15 окошечек, которые нужно открывать. И 16-е заключительное, такое типа премиальное. Догадываюсь, что там. Вот. Ну и 15 обычных. Кому интересно, забегая вперед, показываю, что внутри. Я старалась сама особо не вчитываться, что там, ну, чтобы хоть какой-то интерес там сохранять, подогревать. Вот, так что купили в магазине Метро, Коля заехал, купил. А вообще на Сбермаркете смотрела, есть разные адвенты нынче, но... У нас именно в городе есть только вот такой. Я больше не нашла. Мы обычно на оптовой базе покупали, там, где отдел сладостей. Но в этом году мы туда не ездили, поэтому взяли вот то, что я просто нашла по приложению. А еще внутри вот такие вот пазлики можно собирать. Я забыла сказать, что когда окошечко открываешь, вот такие вот. Сейчас, доченька, дам. И вот такие вот пазлы потом можно будет, видимо, собирать какую-то картинку. Ну, Авелина сразу, конечно же, решила и поиграть, да, в эти пазлы. Давай, доча, раскладывай. Мы тут в кухню играли, варили, ляль кормили. Так, давай, откроем, что у нас тут. Ёлочка, да, какая-то деталька. Смотри. А вот M&M's, красный, желтый. Ну, чего, клади сюда. Клади сюда. Давай. А еще... Что-нибудь собирается? Ну-ка, смотри, вон елочка какая-то у тебя, может, соберется. Ну-ка. Ну, пока нет у нас, очень их мало. Не, я. Да, ну давай, попробуй сама. Видишь, он тоже не собирается. Елочка у нас каждый день включается. Мы зажигаем огоньки, прям наслаждаемся. Очень она уютная такая у нас за счет теплого света. Мы уже с Колей давно разгадали этот секрет. Мы всегда хотели такую елку, чтобы у нас был теплый свет. Но сейчас она моргает, нужно ее, конечно, другой режим ставить. Мы ставим просто, когда вот светит. Сейчас покажу вам, если получится. Вот, типа того мы ставим, и вот она вот просто такая спокойная, с теплым светом. Вот, из игрушек, что у нас нынче нового? У нас нынче, пожалуй, вообще ни одной новой игрушки. Мы никуда не выбирались в магазин, ничего не докупали. Но в прошлом году я покупала вот эту белочку. Да, дочь, очень красиво. Вот эту собачку стеклянную я купила. А вот этого гномика мы покупали все вместе в Леруа. Вот, а, наврала, есть одна новая игрушка, вот эта конфетка, которую я купила, карамельку. Коля ее на елочку повесил, ну, получается, есть одна. Каждый год по одной, по две мы стараемся, даже и по три бывает, покупать что-то новенькое, просто охота нам. Такая вот у нас традиция, и вот этого оленя мы купили тоже в том году в Леруа. Там, кстати, много классных игрушек было. Мы вот выбрали несколько. Ну и у нас был вот этот ангелочек. Это моя мама плела из бисера. Я решила его тоже на елочку повесить. Мне кажется, он красивый. Просто лежит. Ну, пусть он елочку нашу украшает. Вот вообще я ангелочков люблю наверх вешать. Это вот, ну, чтобы как бы сверху охранял. Но здесь вот наверху у меня вот такой красненький есть. Тоже вот украшение было. Сейчас, зайка, возьми. Сегодня решила испечь еще тарт. Это, ну, пирог, да, проще сказать. Пирог из песочного теста с брусникой в сметанной заливке.
Коля обожает этот пирог, а я решила его постряпать. Он уже давно меня просил, у меня оставалась как раз сметана, мне нужно было ее быстренько куда-то пристроить. Думаю, дай-ка я сделаю, тем более он так давно хотел. Кусочек отрезала, попробовала, очень вкусный. Сейчас буду всем нарезать. Вот здесь варю сегодня борщ. Это у меня картошка с капустой. Сейчас буду со свеклой заниматься. И здесь доченьке варю рисовый супчик. У нее будет с курочкой, а у нас со свининой. Свинину сегодня поставила варить в мультиварке, потому что как-то много всего на плите, думаю, дай-ка я здесь. Ну что, мой суп готов. Только я что-то взяла большую кастрюлю, а у меня получилось как на среднюю. Достала еще булочки, на всякий случай испеку еще булочки. Вдруг мы захотим пирог оставить больше на утро. Поэтому и вообще иногда вот вечером просто охота чай с булочкой попить. Мы вот с Колей любим. Не знаю, как остальные, но мы любим. Тут у нас, как обычно, Вилешечка варит. Только в этот раз она варит мозаику. Да, доченька? Да, вот так она варит. Ой, молодчина моя девочка. Вот так, вот так. Супчик, да, получается? У нас, кстати, книжки еще есть с Колиного детства. Муха-цокотуха в таком вот виде. Это он привез с деревни книжки. Когда они убирались, по-моему. И вот Коля не выбросил, забрал. Это, видимо, он раскрашивал. Вот в таком вот она состоянии. Но, знаете, вот у меня тоже такие были книжки. Я даже помню что-то подобное, только, по-моему, переплет был другой, что ли, такой плотный. И это обложка. Либо такая же, я просто забыла. Ну, я вот помню вот этих всех таракашек тоже. Так, повспоминать интересно. Но Авелина, она, я не скажу прям, что она их не смотрит. Она в последнее время начала вот эту книжку тоже смотреть. Ну, конечно, читать она дает в основном те цветные, новые. А это так стояла, она тут заинтересовалась. Ма, да, дочь, тебе нравится? Ма, Ди-ди. Варя там. Би. Да, бегает. Я помыла волосы и уже хочу с вами прощаться. Сейчас пойду монтировать влог. И хочу немножко подровнять кончики. Не могу решиться на длину. Парикмахеру не хочу идти. Сейчас дни вообще просто летят, времени у меня нету, вообще ничего не успеваю я по дому сделать. У меня вот день проходит только в готовке, в стирке, там, в уборке, там немножко по подаркам что-нибудь я подумаю, да, там, либо постряпать что-то нужно. Ну, в общем, вот так вот пролетают, я даже не успеваю толком ничем заняться-то таким вот прям сторонним, потому что сейчас в основном нужно и упаковкой подарков уже заниматься, да, спокойно, чтобы там не за день-два до Нового года, их ведь еще подарить надо заранее. Ну, вот я планирую, что подругам, наверное, заранее Коля отвезет, потому что, вот, допустим, Юле мне нужно будет точно заранее, потому что она с Турции привезла что-то, походу, Авелине, вот, и кое-что еще она привезла, потом вам расскажу, и мне нужно будет, чтобы это все как-то доставить нам домой, поэтому, наверное, буду Колю просить, чтобы он ей подарок увез заранее и забрал кое-что для нас. Я думаю, что, скорее всего, там детские какие-то вещи, потому что она заходила в Айкики Kids была, и я думаю, она Авелине что-то приобрела, потому что и размер спрашивала, вот, так что, скорее всего, подарочки на Новый год для Авелинки там точно лежат, да? Вот. Буду с вами уже прощаться. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Ты будешь махать будешь? Ну давай. Всем пока-пока!